В Караганде крупный пожар со степи перекинулся на частный сектор. Серьезно пострадали дом, который находился ближе всех к огню, и деревянные заборы. Сгорело 5 гектаров сухой травы, камыша и мусора. Густой дым окутал весь район. Тушить пламя мешал сильный ветер. Он и перекинул огонь на частный сектор. Загорелись заборы 7 домов. Местные уверены, сухостой поджигают школьники, которых никак не могут поймать. Владелец пострадавшего дома в момент ЧП был на работе. Как только пожар потушили, мужчина поспешил забрать документы. У карагандинца сгорели трава, заготовленные на зиму, и 6 тонн угля. После того, как все залили водой, запасы превратились просто в мусор. Веранда, ванна, туалет, ну вот сарай с углем. Уголь месяц назад взял. Но сын на работе еще. Утром придет, обалдеет. Да, скорее всего, вон пацаны все поджигают.